А в интернете пользователи сейчас активно делятся лайфхаками, полезными советами по защите от клещей. Насколько они действенны, утверждать не будем, но сделали подборку самых популярных. Итак, первый совет – нанести на кожу эфирные масла. Якобы их запах отпугнет насекомых. Подойдет масло лимонное, лавандовое, мятное, эвкалиптовое и лимонника, уверяют в сети. Второй рецепт – это же эфирное масло нанести на ролик для чистки одежды и пройтись им по наряду, который подобрали для прогулки. Главное – масло взять немного, чтобы пятен не осталось. Третий совет – марлевая защита для головы своими руками. Прокипятить марлю в 1 литре воды, добавить столовую ложку корицы или гвоздики. Высушить – готово. Четвертый и самый проверенный лайфхак – правильная одежда. Резиновые сапоги, закрытые кофты, штаны, заправленные в носки.